Итак, наверное, вы все думаете, что это обычный день. Хе, по вашим лицам, думаю, нет. Сколько же грязи, сколько нечисти, сколько невежества пришлось им перевидать. Великая ферма разрушилась. Глаз до сих пор льется. Трагедия везде, даже пожары. Даже пожары! Следует заметить, что тут не осталось ни одного живого дома. Черепа и голова валяются везде. Разруха. И сейчас ваш главный вопрос. Где жители? Куда они пошли? Куда же пошли жители? А я вам так скажу. Жители пошли в город Аудия, а также в Авион. Да-да, им пришлось покинуть Афанансию. Но ненадолго. Лишь ради того, чтобы купить стройматериалы. Материалы, которые должны им помочь. Ну а теперь... Стоп. Минуточку внимания. Дорогие зрители. Зрители данного канала. Спасибо подписчикам, зрителям, обыкновенным. Те, кто смотрит этот сериал. И те, кто его лайкают. Мы все знаем трагедию, которая произошла. Мы набрали целых не 3, а 6 лайков. Благодарности спасибо, то, что вы смогли такое сделать. Мы почти набрали 500 просмотров. Оно и растет, растет, и растет. Ну а теперь возвращаемся. Глаз до сих пор льет. Но сейчас на данный момент самый главный вопрос. Куда пропали Анастасия и Дженнифер? Сегодня узнаете, что случилось с этим местом. Сейчас произойдет кое-что. Как? Подождите, вот что? Можете выходить наружу? Все, люк открыт. Давай, идем. А, точно так, так, давай идем за мной. Хорошо, Дженнифер. Пошли, Анастасия, пошли. Хорошо. Сейчас пойду. Подожди меня. Точно, надо бежать. Подожди, Анастасия. Идем. Нету времени болтать. Нам надо идти. Да подожди. Так, куда мне идти? Я не знаю направления. Кажется, нашла. Нашла? Давай. Пошли. Давай. Точно. Ну и теперь, ребята, вы рады то, что увидели в живых Дженнифер и Анастасию. Если вы не видели, то в 4-й серии они скрылись. Мы видим, сколько трагедий произошло. Мы это видим. Где Ликс? А Ликс ушел. Ему нужно было жить. Ведь он не просто так приехал в город Аудия. Он тоже поехал за вещами. Только он не осознает, что его дома тоже нету. Ну и тут такое происходит. Просто не объяснить. Это была большая ракета, которая просто подорвала все. А из-за того, что дополнительный глаз был поврежден, тот монстр просто начал орать. Просто от боли начал орать. Из-за уничтожения дополнительного глаза у него остался только последний, единственный. Однако у него силы теперь... Половина сил пропали, а половина сил осталась только в том глазу. К счастью, теперь этот монстр не сможет пулять лазерами или стрелять иссушением. Однако битвы продолжаются. Массовое уничтожение... Они нагоняют все, что можно. Битва продолжается. Они продолжают уничтожать их. Но этот монстр не стал сдаваться и решил воспользоваться последней сверхспособностью. А именно стал таким же гигантом, как Паул Джонсон. И вот каким он громадным стал. Его глаз один. Просто 15 метров во все стороны. И он решил... И сказал Паулу Джонсону. Окей, Паул Джонсон. Если, давай так, мы уменьшимся до минимальных размеров и будем драться
Ты серьезно предлагаешь уменьшиться, чтобы драться? Я, конечно, соглашусь. Но давай, не обманывай меня. Просто ты выше, чем я. А чтобы было равно все, уменьшимся. И вот тогда мы сможем нормально подраться. Ну ладно. Давай, мелочь. Я просто сотру тебя отсюда. И Пол Джонсон вернулся из рая, прямой из своего тела. Он просто вышел. Ну чё, где ты? Я здесь. Ра! Иди сюда. Это было легко. Я тебя уничтожил. Оказывается, Пол Джонсон был очень силен. Но из-за такой быстрой победы монстр начал реветь. Ну все, мне пора в тело свое. Точнее, в рай, в котором я был. И он взорвался. Что это такое? И он просто превратился в какую-то непонятную вещь, похожую на Незеру. Эта вещь даже попала на статую Паула Джонсона. Но Паул Джонсон сказал такие вещи, типа: «Я стеру со своей статуи эту грязь. Я не позволю ей быть на мне. Ожидайте! Стеру эту грязь, которую он выплеснул из себя». Но тут произошла катастрофа. Начали просто массово из него появляться разные животные. Это просто уничтожитель. Теперь мы знаем, что тут дела куда еще хуже. Что это такое? Афанансизеры были в шоке. О господи, что это тут произошло? Боже мой, спаси! Верующих, спаси всех, кто здесь жил! Блин, вот дичь какая-то, я не знаю даже, что нам делать. Мы тут просто беспомощны. Вот и конец 7-й серии. На 3 лайка следующая часть.